И всем привет! Вы на канале Мурашиная Жизнь. Поскольку на прошлом видео набралось 10 лайков, я выпускаю новое видео новости о виде Odontomachus bauri. Итак, вернемся к прошлой неделе. Тогда у моих баури, как вы помните, было 2 кокона. На следующий же день третья личинка стала окукливаться тоже. Вы бы могли подумать, что вот, все хорошо, личинка окуклилась, скоро вылупится новый рабочий. Но на следующий день меня ждала очень страшная картина того, что кокона уже не было, а свои же личинки начали поедать своего уже мертвого собрата. Как вы поняли, дальше за каждым днем все становилось лучше и лучше. Появлялись новые и новые коконы. И вот сейчас у меня есть 5 коконов и очень много яиц. Ну и на этом заканчиваются новости о данном виде. Набираем 12 лайков, и я выпускаю новый видос. Всем спасибо за просмотр и всем пока.